На далеком острове, сплошь покрытым соснами, колыбель для солнышка, хвойная постель. Сосны машут лапами, дождь тихонько капает, льет водицу зернышко, чтобы стать синей. И медведи облака греют серые бока, в теплых ласковых лучах тает их печаль. Тает им печаль. Веслом и бортам барабанят там-там-там. Приходите к нам, есть у нас на небесах дивные леса. В них деревья левые, в кронах птицы смелые, песни вещие поют про судьбу твою, про судьбу. Горизонт горит полотном.
пытаюсь встать, но не дремлет ловчий. Тень от кровати в угол наискосок. Совесть застыла рядом у изголовья, словно торопит мой слишком долгий сон. Друзья, приходите 24 октября в археологию, будем там шаманить с Денисом Забавским, прекрасным балалайшником с консерватории Минской, нашим Никитой, басистом, и Юрием Кудряшовым, который будет на народных духовых всякие исполнять свои трели. Ну, в общем-то, услышите такую фольклорную программу, ну и, собственно, кое-что из того, что слышали сегодня, но уже в таком более плотном звуке. И, собственно, археология — место такое уже, наверное, всем знакомое, кто ходит на концерты. Вот. По карте сложно, но идти минут пешком 7. Вот, то есть не надо бояться просто этих переулков всяческих. А я очень рад у всех вас видеть. Огромное спасибо.